Мы продолжаем запуск системы отопления города Одессы. На сегодняшний день в работу включены 136 котельных нашего предприятия, 4 котельные, которые находятся в ведомственном обслуживании, и 2 котельные покупного тепла. Значит, из 153 котельных, которые обеспечивают теплом наше предприятие. Как мы уже говорили ранее, урегулирован вопрос с Одессагазом. Соответственно, газ на Одесскую ТЭЦ уже подан, и мы приступили к пусковым операциям зоны ТЭЦ, это центральная историческая часть города. Сейчас происходят технологические процессы, это запуск системы циркуляции, запуск, собственно, самого водогрейного котла, который необходим для подачи теплоносителей и прогрева сетей, поэтому мы пока идем в графике. На сегодня запланирован пуск еще 2 котельных. Таким образом, по состоянию на субботу все котельные предприятия будут включены в работу. Ну, как все видят, на дворе наблюдается достаточно хорошая положительная температура. Многие отопление экономят, считают, что это на сегодняшний день нецелесообразно, поэтому многие дома отказываются от отопления, поэтому часть котельных может простаивать по этой причине. Так мы работаем в нормальном технологическом графике, все идет по заранее утвержденному плану, и мы, как обещали, в течение 10 дней запустим весь город подключим к тепловым сетям. Аварийные ситуации возникают, безусловно, мы их ликвидируем. Сети старые, как вы знаете, поэтому все оперативно отключается, ремонтируется, восстанавливается теплоснабжение в кратчайшие сроки.